И снова всем привет, с вами снова я, Шапка. Давно мы не виделись. Как давно? Хотя я и выпускаю каждый день видосы, но я сделал себе небольшой перерывчик и выпустил один видосик вчера, но, все, я в строю и снова буду пилить для вас годный контент, вот. И на повестке дня у нас новый выпуск новостей, и эта новость уже с пруфами о том, что добавят в ближайшее время. Ну, думаю, в течение месяца. Точной информации нет, но уже это есть в игре. А как вы многие, может быть, слышали, что добавят такое оружие, как XM8. XM8. Что, чего, какого черта? Но ни у кого, по-моему, нет пруфов, именно пруфов, чтобы, типа, это 100% добавят, только слухи. Но, только у меня это есть. Ну, по идее, только у меня, я надеюсь, что больше никто еще не записал видосик. Вот. Давайте поговорим, что такое XM8. Я расскажу, что оно из себя представляет, это оружие. Ну, также вы можете сами загуглить в гугле. XM8 это будет что-то типа М16, хотя ее у нас нет в игре, М4А1. Вот. А что-то типа такого будет использовать патроны 5,56, то есть патроны АР на калаш, на М-ку, на СКАР, вот такие все патроны она будет использовать. По идее, по логике вещей, если это оружие будет введено, скорее всего, оно будет появляться в аирдропах, так же, как и гроза. Потому что, скорее всего, оно будет редкое, типа, как я и сказал, как гроза, потому что гроза сильное оружие, и это, скорее всего, будет сильное. Также у меня есть предположение, что это оружие будет сразу идти с прицелом. С прицелом каким-нибудь типа 2x. Это мое предположение, это чисто мое мнение, но это не точно, это чисто мое мнение. Потому что, как бы, вводить новый автомат, нужно какую-то плюшку к нему добавить. Потому что, ну, типа, есть гроза же, зачем вводить ему альтернативу? Смысла в этом нет. А если это оружие будет сразу идти с прицелом, это будет неплохо. Вот, это лично мое, что я думаю. Так, а вот сейчас вы увидите скриншот на экране, как чувак убил из этого оружия. Это не фотошоп, это не фотошоп. Это взято из официального видео по игре. Когда тестили обнову, записывали видос, и там это было. Кстати говоря, оцените, пожалуйста, в конце видео концовочку моего видоса. Аутро называется это. Вот, оцените, пожалуйста. И вот вы увидели то, что чувак какой-то, китаец, убил одного чувака и использовал оружие XM8. Значит, это 100% будет. Когда именно, я не знаю. В принципе, это вся информация, то, что я хотел вам сказать, показать. Все ставьте лайки. Ребят, давайте соберем, пожалуйста. Давайте 600 лайков, 600 лайков. И я покажу вам, что будет в следующем пропуске. Воу, да? Внезапно. Давайте так. 600 лайков, и я показываю, что будет именно в следующем пропуске. А это будет круто. 600 лайков с вас. Всем ква-ква. Досматривайте видосик. Тут пацан тащит супер-мега-нагибатор. Всем ква-ква. We'll be right back.
Thank you.